Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls Prepay Today Edition. Мы находимся в Ванерлонде. Тут темно. В предыдущей серии под конец мы пришли к местному боссу, но в результате он нам дал, потому что мы отвыкли и вообще уже разучились играть. Я бы, конечно, хотел быть сейчас в человечной форме, но, к сожалению, тут мы хранительницу огня убили, поэтому воскреситься я не могу, и бежать мне придется довольно далеко до этого босса. Сейчас мы займемся им. А потом пойдем. У нас, по-моему, осталось 4 короля только, если я ничего не путаю. О, как я соскучился по этой игре. Она настолько офигительная, что просто не передать словами. Но с другой стороны, мы ее, конечно, уже излазили вдоль и поперек. За 2 прохождения у нас было вообще все, что только возможно, по-моему. Пора заканчивать и браться за что-то другое. Тем более, что народ уже давно просит Обливиан. Да и я и сам очень жажду в него поиграть, потому что это будет интересно и вам, и мне. Такие игры, они всегда смешно очень их проходить. Так, моста у нас нет, поэтому нам придется через этот собор долбанно идти. О, это будет долго. И, как я думаю, больно. Возможно, даже мы сейчас умрем, потому что там такие узенькие дорожки. Ох, ладно. Далековато, конечно. Ой, тихо, камера. Не убивай меня, пожалуйста. Я, конечно, мог бы использовать Homeward Bone, но заковыка в том, что он меня будет отбрасывать все равно к этому костру. Это вообще очень подло. Так что с этим боссом нам придется погеморроиться. Так. Нормально. Арабский ниндзя, вылезайте. До свидания. Свидания. Ножики с них брать не будем, потому что нам они без надобности. Что у нас тут наверху? Наверху тут у нас этот лук, кстати, неплохо лупит, по-моему, на расстоянии. Ну, типа того. Куда-то правее уходит, да, чуть-чуть? Нормально. Как-то вот так, наверное. Оп. До свидания. Хе-хе-хе. Смотри, он живой еще. Ну ты упертый парень. Так. Готов? Да ты прям терминатор, ну. Встает, ну ладно. Пойдем тогда так. Тут самому убиться запросто можно. Еще эти гады постоянно беспокоят. Так что очистить дорогу себе луком — это, по-моему, самое лучшее решение в данной ситуации. Я совершенно не помню, как мне донизу тут добираться. Вот что самое главное. Сейчас мы будем плутать. Мне показалось, там еще кто-то стоит. Помню первый раз, когда я тут возвращался и пришел темный фантом. Вот именно этим луком я где-то тут стоял. Он по мне шарахнул. Я полетел вниз. Это было обидно. Тогда сам такой лук я носить не мог, потому что был хиленький, но быстрый зато. Не самые лучшие воспоминания. Вообще, Анарлонда моя любимая локация. Ну, еще Zen's Fortress, конечно. Zen's Fortress, она именно садистская такая. А вот эта она красивая, величественная, но пустоватая. Ее не успели довести до ума, потому что торопились с выходом. Смотри, мы у него жизни вообще не отняли. Мы его, похоже, просто... Да ты... Эй. Видите, они сами по себе не опасные, но... Свидания. Но... Толкаются. А на таких узеньких дорожках это смертельно, смертельно опасно. Оп. Так. По-моему, это дернуть надо, нет? Так, еще раз, что ли?
А, вот, все, понятно. Тут просто двойной поворот. И сейчас мне два раза донизу нужно будет крутануть ее. Ой, как долго добираться до этого босса. Если он меня сейчас опять убьет, то я его оставлю на потом. Потому что, блин, ну это геморрой. Каждый раз так бегать, это не круто. Но я думаю, не убьет. Так, хорошо. И теперь в самый нижний, по-моему. Или сюда. Нет, это нас ведет к нарисованному миру, который мы тоже уже прошли. А вот эта дорожка вниз нас приведет. Куда она нас приведет? Да, она приведет нас куда нужно. Там опять бонфайр, но его даже зажигать смысла нет, потому что все равно после смерти мы окажемся почему-то у того костра, который не работает, из которого никуда не переместишься, и бежать опять придется за 3-9 земель. Это меня раздражает. Но, по крайней мере, давайте вот так, что ли. Все равно человечность, чтобы не пропадала. Ну и пошли по второму кругу. Сам по себе босс простой, но вот у него некоторые удары просто вообще кошмар какой-то. Так, да, та же самая катсцена. Шо, вон там моя... Мы недалеко убежали, да? Что ты сделаешь? Это-то ладно, это не страшно. Ну, почти как. От этого прячемся тут. От этого отпрыгиваем. О, неплохо прошло. Так, теперь лечимся, потому что она сейчас на удар свинтить может. Вот этой штукой. О, ты посмотри, какой обстрел. Так, зигзагами. Тихо. Все, на. И не скажешь, что мужик, да? Поп-копы уже много кто проклинал. Да ничего не выходило. Все, как я и говорил, босс сам по себе элементарный вообще, но иногда просто сам срезаешься на ошибках. Так, хорошо. За него дали 50 тысяч душ. А, вон еще сколько дали. Ну, в принципе, неплохо. Неплохой навар. Там будет сейчас красивая броня, хранительница огня. Она женская, но и на мужике тоже неплохо смотрится. И, в принципе, что еще там будет-то такого? Да вроде больше ничего хорошего не будет. Дивный сундук. Отлично. Чудо-клинок света. Это нам, к сожалению, не подходит. Так, это у нас не мимик. Нет. Вот, да, это та самая броня неплохая такая. Тут у нас что? Тут у нас ничего. И, в принципе, с данной локацией окончательно покончено. Больше мы сюда не вернемся никогда и ни за что. Так, ты у нас тоже не мимик. А что, пусто? Ну ладно. И тут у нас тоже ничегошеньки. Ну что, сейчас мы идем... Откуда нам там лучше пробираться-то вниз? Я совершенно не помню, как туда идти. А, ну через этот, какого там, руины Нью-Лонда. Нам нужно будет трэншинг-курс сейчас на все эти деньги купить. Ну, это такая штучка, которая позволяет убивать призраков. Там, кстати, я покажу, где лежит Firekeeper Soul. Мы уже улучшить не сможем, конечно, но тем не менее. Хоть вы будете знать, если вдруг кто будет ее проходить и еще вдруг не прошел. Блин, статуи какие. Понимаешь.
Так, шо? Сейчас мы идем к храму огня, что ли? Да, мы идем к храму огня. Или может Ванденбург? Нет, к храму огня. Нам нужно будет ходить сначала к Ванденбургу, взять у этой дамочки Trenchant-Kurs. Я не знаю, какая она на русском языке. Ну вот, она у нас есть, 4 штуки. В принципе, может хватить. Но давайте лучше перестрахуемся. Каждый трэншинг-курс, он, по-моему, минут 5 действует. И там с врагов выпадает достаточно большое количество. Сюда, кстати, надо надеть кольцо золотой змеи, чтобы почаще выпадало все хорошее. На этих даже можно не останавливаться, но лучше убью, потому что будут щипать помаленьку издалека. Свидание. Прыгай. Свидание. Здрасте. Я по вам скучал. Свидание. Ладно, отбегался, доходяга. Крыску трогать не будем. Гринпис, все дела, пусть это сует там. О, она какая. О, говорит, пронесло. И где тут эта бабайка? Не, ну конечно на русском языке. Вот сейчас вот я, это вторая серия за сегодня записываю. У меня опять перерыв был, я опять отвык, что она на русском. Я привык игры серии Souls играть на английском. Очень приятно, когда все переведено. Очень круто. Да, я был в отпуске. Да, многие думали. Конечно. Да ладно, ну. Так, купить предмет. Подожди. Офигеть, нету что ли? Чё, зря ходил? Да, поведи в попу. Ну ладно, нет так нет. Будем надеяться, 4 нам хватит. Если не хватит, это будет просто фиаско. Наверное, во всем виновата эта крыса. Нужно ее наказать. Скотина. Так. Сейчас мы пойдем глубоко, глубоко вниз. Вот еще раз говорю, что подкупает в этой игре, что куда ты не посмотришь, все это не просто декорации. Везде ты можешь походить, побывать. И даже вот эта пропасть снизу, это не просто пропасть, она по-настоящему ведет в новую локацию. Это круто. Так, маг наш. Как вот люди, интересно, делают вот это вот? Как они ставят надписи на вообще непонятные места? Кто-то там вообще там на 3-метровую стену ставит. Я не знаю. Это не читы, это именно так и задумано. У нас мертвая девушка. Она пропала. Бонфайр бы там внизу, конечно, поблизости, чтоб был. Было бы хорошо. Я, честно говоря, не помню. По-моему, у нас все уже пройдено, кроме вот этого вот именно Нью-Лонда. Затрудняюсь сказать. Слишком давно играл в нее. Так. Сколько раз я тут падал, по привычке бегу, а лифта внизу. Это было обидно. Ну, шикарная броня, да? Красиво. Так, хорошо. Идем в локацию, в принципе. В принципе, несложную, но временами могут доставить неприятности эти гады. Поэтому расслабляться тут определенно не стоит.
Бабайки молятся, ну и пусть все молятся. Я сегодня в хорошем расположении духа. Исток. Не наше оружие. Ой. Ты кто? Ты кто такой? Кто это вообще? Что-то я запамятовал, кто это был. А там что шевелится? А, там просто это молится, да? Отпишите, что ли, в комментариях. Я вообще не узнал этого парня. Он был похож на кого-то из свиты принцессы. Ну, вроде как и я их убил в подземельях около лорда Нита. Не знаю. Вообще не узнал его. Так, хорошо, пока она работает, нужно по-быстрому бежать и чистить. С них выпадает неплохо, так что если вы попадете, как говорится, в струю, то все, у вас уже проблем с этим трэншинг-курсом вообще не будет. Можно оружие сделать, которое их убивает, но это очень геморройно тоже. Сами по себе они несложные, если уметь наносить им урон. Так, трэншинг-курс пока не выпал, это плохо. Ну, давайте, вылезайте. Вон там у нас лежит Firekeeper Soul, если она вам нужна. Я ее брать не буду, потому что я ее все равно использовать не смогу. И здесь всегда нужно смотреть под ноги, потому что вот такие вот пропасти. Самое главное, конечно, не забывать про трэншинг курс, потому что она нигде не отображается. Единственное «но» — это вот свечение на персонаже. Но про него очень быстро забываешь, и может появиться такой момент, что на тебя выйдет где-то 4-5 этих привидений, а ты будешь беззащитен. Свидание. Блин, ну что ж с вас не упадает и ничего? Так, ребятушки, мне нужно трэншинг курса, иначе все будет плохо. Здесь засада, я помню. Да-да-да. Но не с моим оружием, ребятки. Смотри, ни с одного не выпало, да? Фух, ну что ж, это отвратительно. У нас, в принципе, его достаточно много, поэтому ладно. Здесь у нас что? Здесь у нас рычаг, который нас... А, он у нас не работает пока. Но он нас будет как-то доставлять, по-моему... из Андетбурга сюда, что ли? Тоже плохо помню. Ну, еще в этой локации постоянно можно куда-то упасть. Это просто очень часто происходит. Она в этом похожа на Блайттаун, но, конечно, до такой клиники, как там, не доходит. Так, ну что, ребятушки, козлятушки. Вон еще прячетесь, я вижу вас. Парирующий кинжал. Офигительное оружие, если уметь им пользоваться. Но я не умею. Трэншинг курс сейчас уже закончит свое действие, поэтому нужно как-то быть повнимательней. Совершенно не помню, куда тут идти. Тем более так темно. Ну, слава богу, начало выпадать, а то я подумал уже, что сейчас у меня попадос тут будет. Это у них какой-то верховный, он может сделать неприятные вещи с вами.
А мы тупо дадим в рыло. Отлично. Туда вниз пока прыгать не надо. Скоро там откроется все и подкроет доступ к бездне, который спрыгнуть можно только с кольцом Арториуса, по-моему. Смотри-ка, ничего не помню. Так, раз наверху. А, вот, лестницу можно спустить. Чтобы не бегать по много раз. Это нас куда приведет? Ладно, короче, где-то снизу. Эу, эу, эу. Что делаешь? А, да ко мне, спускайся сюда. Так нечестно. Красиво, да, сделано привидение. Так, вон оттуда мы приходим. И теперь можно будет подняться по лесенке, которая у нас... Хрен знает где. Туда прыгнуть, что ли, можно? Ладно, неважно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Так, у меня трэншинг-курс пропал. Короче, как я и говорил, минут 10 действует. Ой, минут 5. Да, блин. Да, вылазь. Ты где? Да там не одна, смотри. Я думаю, они сзади вылезут. Кому надо, короче, сам подойдет. Так что, вот и ты. Дашь что? Жадная. Ничего не дает. Красивая статуя. Так, что это у нас там? Ау! Ау! Да что ж вы... Так, я лучше подожду, когда вы подойдете ко мне, потому что я сейчас упаду еще в кидрине-фине. Так. А вы решили не связываться, да? Фу, ну что, тоже правильно. Зубчатый клинок призрака. Отлично. Для меня главное не упасть. Остальное все решаемо. Блин, какое место. Хоть хоррор какой делай на этом окружении. Давай сюда. Еще сюда. Отлично. Так, там еще. Призвала подружек. А это у нас, по-моему, куда-то ведет, да? Отлично, еще. Давайте посмотрим. Вообще не помню эту локацию. Ау! О, ребята. А, кстати говоря, это, по-моему, нужная вещь. Вы за мной не идете там? Вроде нет. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You have... The Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Спасибо. The four kings slumber
in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Спасибо, добрый человек. Hello there. The key to the seal is not... Что у тебя есть? О, кратковременное проклятие. Ну да, возьмем штук, я не знаю, там 10. На всякий пожарный. Сопротивление проклятию. Прикольно. Не дашь мне какой-нибудь, я не знаю, там, жест? Нюнондо was sacrificed to contain the dark wraiths. Mark my words. The dark wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. Хорошо. Так, давайте вообще уберем вот это, вот, вот это, вот это отсюда, чтобы не мешались. Отлично. Давайте потихоньку идти назад. Этот ключ нам в чем поможет, я не помню, но где-то там была бы закрытая дверка. И в первое свое прохождение, по-моему, там подзапарился. Давай сюда. А тут мы сразу его нашли на автопилоте. О, как много. Отлично. Так, это что? Кого-то убили тут. Давайте посмотрим. Такой, а, что делать? Ой, говорит, у меня он не успел использовать. Так, что тут? Враг, явись. Явись, враг. А, вон ты. Враг, вот явись. И все, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Засадные твари. Ну давай уже, что ли, ну. Ох, какая ты душная. Ну давай уже спускайся. Не трать мое и свое время. Нормально. Душа гордого рыцаря. И у нас есть дорога вниз, но мы туда пойдем лучше обычным путем. Че нам каскадерить-то больно? В принципе, теперь уже и умереть не страшно. Потому что тут, я думаю, хоть раз мы точно упадем. Такая уж локация. Но, по крайней мере, у нас срез открытый, нужный квестовый предмет взят. Так что можно расслабиться маленько. Хотя в данной игре расслабишься, быстро на колбасу порежет. Так, где это мы? А нам вот туда, по-моему, нужно. Хорошо. А что у нас там еще ниже? Давайте посмотрим. Понял. Просто представьте, да, вот так вот, кольцо проклятого укуса, что это вы бродите по этим безлюдным местам в одиночку. А больше тут ничего и нет, да? Это же офигеть. Страшно, по-моему. Колец уже повышает сопротивление проклятиям. Но нам это не нужно. Так, все, идем дальше по накатанной. Пока что у нас все идет просто очень гладко. Как бы не сглазить. Так, здесь у нас дорожка наверх и вниз. Пойдем сначала вниз. Мне кажется, что внизу там у нас, кроме вот этой приколюхи, ничего и нет. Ну, не стоило он того, конечно. Ну да ладно.
Не хочу тут рисковать в этом месте. А это что такое? Я так вот сквозь стену, может, убил? Или это факел такой? Нет, это, по-моему, что-то лежит, просто я не могу взять. Уф, так, хорошо. Наверх или дальше? Интересно мне. По-моему, сюда сначала нужно включить лифт. Не поддается и не открывается. И вот эта дверь. Теперь мы можем повернуть и осушить это место. Наконец-то. И теперь мы можем ходить сюда. Ох, сейчас хлынет. С более удобного бонфайра, который находится в лесу, в пещере. Так что нормально. В общем, верхнюю часть с этими призраками мы, по сути, зачистили. Тут уже делать особо нечего, можно идти дальше. Но я хочу по полной разобраться с этой локацией. Туда ниже мы уже пойдем в следующей серии. Так, теперь у нас можно призывать лифт, который повезет нас вниз. Но пока мы туда не пойдем. Так, отсюда я пришел, а что наверху? Внизу драконы. Драконы здесь просто настоящая головная боль. Но мы с ними уже сталкивались, как вы видели, неплохо так разматывали. А там внизу просто ужасный запах, куча утопленников лежит. В общем, все хорошо, все как всегда. Ставной лук, длинная стрела, отлично. Но я свой драконий лук уже не поменяю ни на что. Так, ладно. И осталось посмотреть, что на крыше. Там на крыше в прошлый раз я упал почему-то, я помню. Давайте посмотрим. Я, по-моему, отсюда не смог вернуться. $96 000. На что бы их потратить? Человечность. Ну, мне она не сильно нужна, у меня к тому же чуть ли не под двадцатник. Ну, конечно, можно там, в принципе, бегать с кучей человечности. Но я никогда этого не понимал, мне это не нужно было. Так, что тут? А тут у нас спуск, понятно. Там наверху этот парень, который дал нам пропуск. Веткое жертвенное кольцо. Тоже не особо нужно. Ну и все, похоже, да? Довольно быстро так и неплохо прошли эту локацию, без каких-либо сложностей и приключений. Так, как бы нам спуститься и не убиться при этом? Ну, отсюда что-то как-то опасно, а вот отсюда можно, в принципе. Давай, прыгай, прыгай. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не упал. Ой-ой, упал. И выжил. Выжил? Еще сейчас им настучу. Вот мои любимые противники. Они, в принципе, такие же, как Дарк Рейфы, но при этом со своими приколами. И куда я упал в итоге? Ну, по-моему, примерно туда, куда и нужно. Блин. Как обычно, не без приключений все. Да-да-да, я понял, где мы находимся. Там у нас выход. Куча драконов. А такой официальный спуск сюда вот тут находится. Посмотрите, какая пакость у нас под ногами. О, гадость. Так. К нам никто не придет. Вон же ты стоишь. Давай, иди сюда. Отлично. Так, вот спуск. Ну, в принципе, нам тут больше на этой локации делать нечего. Давайте мы добежим до бонфайра, который находится у нас где-то там, за драконами.
Берегись, враг. Да тут не один враг, тут этих врагов. И все пакостные. Может, я сейчас умру, конечно. Что, в принципе, тоже будет... Ой-ой-ой, неплохим таким завершением серии. Но, думаю, не умрем. Живы будем, не помрем, да? Фух, вырвались. Хорошо. Можно их убивать, конечно, из них выпадает чешуя дракона, крайне редкая и крайне полезная. Но мне она, как знаете, без особой надобности. Неужели вы сюда припрете сейчас? Да нет, навряд ли. Привет! Ладно, поехали. Побаловались и хватит. Ну что, в следующей серии будем зачищать эту локацию. Там, в принципе, не так сложно, но, опять же, за любую малейшую ошибку наказывают смертью сразу. И это круто. А сейчас пока пошли сюда. И на этом будем заканчивать. Как я понимаю, у нас осталось серии 2 до конца. Так постараемся же провести их достойно. Пока что у нас все неплохо получается. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся завтра в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.